Так, ну что, сегодня делаем очередной выезд на подводную охоту. Точнее говоря, очередную попытку совершаем. Жду кента. Сейчас он приедет, перегрузимся. Смысл такой. Ныряли уже 3 раза. Один раз вообще гибрид был мелкий, раков пособирали, раки были. И 2 раза ездили. Температура воды была 3 градуса и 6. Первый раз 3 градуса. Хоть что-то видели, сомиков, судачков там стрельнули. Второй раз по 2 гибрида. Еще катастрофа. Ну, туда, куда едем, знаем точно, что есть раки. Вот. Раки точно есть. Гибрид может быть. На щуку надеемся, но есть данные, что электроудочники выбили там все. Очень хорошо работали в течение 2 лет. Пацаны ездили. Ныряли, говорят, даже малька нет, щуки. Гибрид только есть, рак. Ну, поныряем, потому что в окрестности 60 километров. Ну, что, бриджины нет, иначе надо ехать под 300. 220, 300 на Дон, на Малыч. А вода холодная, смысл. За гибридом так далеко ехать смысла нет. Ну, поплаваем, костюмы помочим. Так что, если что-то будет хорошее, это даже ружье положу на, вон у меня, плотик. Вот, ружье положу на него. Что-то будет хорошее, буду стрелять. Хочется щуки пострелять. Ну, посмотрим. Приехали на речку мы, на подводную охоту. Как обычно, камыш весь. Вон, попалили, все, что можно. Местный товарищ. Прозрак. Небольшой, 1,5 метра. Thank you.
Рыбы, как всегда, не было. Были сетки. В сетках были раки, иначе бы мы не собирали. Нет, конечно. Освободили, так сказать, раков от сетки. Но так как они уже б не выжили в дикой природе, то пришлось нам их с собой забрать. Вот. Так. Так. Что еще? А, сетки выкинули. Ты сейчас собирал, да? Да. Так, приехал домой, долго не откладывая, начал варить раков. Вот такие у меня сегодня красавчики. Раки шикарные. Поэтому решил я, разминаю сейчас рыбкой, решил я выпить чуть-чуть пивка. Вот. Укропчик, соль и шикарный рачок. Вот такой вот.